сильной пятерки, как на этом чемпионате мира. Михайлов, Петров, Харламов, Васильев, Гузев. Остановить их просто невозможно. Сборная России появляется на льду. Красная машина возвращается. Последний вызов сезона. Чемпионат мира в Дании. С 4 по 20 мая. Илья! Yes! Гол! Илья Ковальчук! Я не верю своим глазам! Передача Капризова на пятак. Ну бросить! Олимпийские чемпионы. Сборная России. Едем в Данию. Будь с нами. Будь с красной машиной.